гуляй. Вара гуляй, рагули, рагуляй. Участие в соревнованиях вручается ежику. Постойте, а как же речь победителя? Моя? Да я как-то и не знаю, что сказать. Может, эта победа стала вашей сбывшейся мечтой? Мечтой? Нет. Я мечтал летать. Но... рожденный ходить на лыжах летать не может. Лосяш, скажи, с точки зрения науки, рожденный ходить может летать? Без специальных приспособлений вряд ли. А вы кого имеете в виду? Вашего друга ежика? И ежика тоже. В этом деле все зависит от силы напутственного пинка. Ёж, знаете ли, птица гордая. Вот именно. Когда я грохнулся, я кое-что понял. Феноменально. Просыпайся! А? Что? Где я? Тебя ждет исполнение мечты! Какой еще мечты? Увидишь! Какая приятная неожиданность! Давненько мне никто не делал сюрпризов. Интересно, что это? Сауна? Бери выше! Это мечта всей жизни! Неужели концерт? Монпасье Кабанье? Нет! Это намного лучше. Невероятно. Что может быть лучше Монпасье Кабанье? А что это вы мне на ноги надели? Лыжи, друг мой недогадливый. Лыжи? Разве у меня была лыжная мечта? Готово! Позвольте, я не готов. Я никогда не занимался горными лыжами. И предпочитаю пересеченную местность. Не волнуйся, Карыч. Мы дадим тебе напутственного пинка. Лети, Карыч. Лети, птичка. Все, Карпуша, это конец. Сложи крылья и покорись судьбе. Получилось! Технично пошел. Только прыжки с трамплина дают ощущение полета.
эта мечта сбылась? Спасибо. Да, налетался раз и навсегда. Я жив и больше мечтать не о чем. Разве что услышать «Монпансье Кабанье». А я теперь, мороз я теперь, и звезды, я... ночь прелестна. О, Карыч, любовь моя! О, Карыч, моя отрада! Вечером и днем, и надо, и не надо, мы вместе проживем с тобой, моя отрада! И летом, и зимою, под луною золотою! У меня сейчас в носу, можно сказать, чешется. Если быть совсем точным, то такое чувство, будто там у меня объявили праздник, и все ходят, машут флагами. Но это простое чувство, его нетрудно описать словами. А вот сложное чувство словами не выразить. Сегодня покататься. Думаю, когда ты поймешь, зачем на самом деле я тебя вытащил, настроение твое не ухудшится. Так, зачем? Ну, вот видишь, солнце, оно дает тепло, так? Так. А снег дает холод, правильно? Правильно. Вроде бы такие разные, а нам нравится, когда они вместе. Понимаешь, о чем я? Нет. Садись. Сейчас будем подниматься и поймешь. Ну вот, смотри, мы с тобой сейчас находимся в подвешенном состоянии. Но это не значит, что мы должны находиться в нем постоянно. Понимаешь, о чем я? Не совсем. Ой, ой, смотри, Карыч! 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 Почему не на подъемнике? Одинокий путник взбирается на гору пешком. Хотя есть подъемник. Что он хочет сказать этим? А? По-моему, ничего не хочет сказать. Хочет подняться сам, без подъемника. А допускаешь ли ты мысль, что иногда кто-то что-то хочет тебе сказать? Так пусть говорит! Нет, он говорит, но, возможно, ты просто не понимаешь этот язык. Понимаешь, о чем я? Иностранец, что ли? Да! Почему иностранец? Но просто некоторые вещи трудно выразимы. Ты это понимаешь? Да. Ох, ну, слава тебе, Господи. И чтобы эти вещи понять, нужно немного постараться. Понимаешь? Да. Отлично. Вот сейчас. Вот сейчас я буду говорить трудновыразимое, а ты напрягись, пожалуйста, и постарайся понять. Хорошо. А вот ботинок. Он прочно фиксирует ногу, и это хорошо. А палка, чтобы отталкиваться им... Я понимаю, понимаю. Да. Странно. А я вот запутался. Тогда распутывайся и скажешь внизу.
поднимаешься не на подъемнике. Мне подниматься так же интересно, как и спускаться. Понимаешь? Нет, не понимаю. Проще надо быть, короче, проще. Может, мне тоже надо быть проще? Может, я слишком иносказатель? Может, нужно прямее? Меньше зигзага. Точно! Сказать все прямо! Прямо! Абсолютно прямо! Прямо! Я думал, что нужно все сказать прямо. Так, но прямая дорога не всегда самая короткая. И не всегда самая верная. Понимаешь, о чем? Конечно, понимаю. С крутых гор только зигзагом. Только зигзагом. Это хорошо, что ты понимаешь. А я-то уж думал начать коньками объясняться. А в коньках я, признаться, не силен. Да и тема скользкая. Понимаешь, о чем я?